Добрый день, я приветствую всех на канале 18 суток. И сегодня мы будем готовить сверхострый соус, который называется соус Carolina Reaper. Для этого рецепта нам понадобится 2 чайных ложки американской сладкой горчицы, 1 чайная ложка орегано и 1 чайная ложка итальянских трав, 1 чайная ложка соли и 1 чайная ложка сахара, половинка лимона, 30 грамм имбиря и 7 зубков чеснока, белый винный уксус, перец, Carolina Reaper красная и шоколадная с остротой 2 миллиона сковелей. Теперь нам останется только порезать и почистить перец от семян. Я почистил перец. Теперь перец загружаем в блендер. Этот рецепт рассчитан на 700 грамм перца. Сейчас мы его полностью загрузим. Это рецепт сырого соуса. Он не проходит термообработку. Все ингредиенты загружаем. Заливаем уксус. Уксус вливаем понемногу, чтобы добиться нужной нам консистенции. Все, загрузил я весь перчик. Лимон бросаем вместе с цедрой, удалим с него семечки, кусок имбиря и чесночок, специи, сахар и соль и, конечно, горчицу, и высыпаем горчицу. Горчица, если у вас нет американской сладкой, вы можете взять любую горчицу. Она придаст пикантности этому соусу. Я на днях выложил обновленный каталог 2018 года перцев и томатов. Если кому-то будет интересно, можете посмотреть. Под этим видео будут ссылочки на каталоги семян. И посмотрите, очень много интересных сортов, новых. Так, все, мы загрузили. Теперь включаем блендер и все это измельчаем. Мы закончили измельчать соус. Получилась такая вот консистенция. Такой вот он. Теперь мы пропустим его сквозь мелкое сито. Надо убрать все крупные частицы, то что может быть либо чеснок не перемолоться, большие куски остаться. Надо полностью все пропустить через сито, чтобы получилась однородная масса. Я пропустил соус через сито. Получился вот такой вот консистенции. Очень душистый, насыщенный вкус. Очень вкусный и очень-очень острый. Острота вот такого соуса 2 миллиона 200 тысяч по шкале Сковеля. Сейчас осталось только разлить по бутылочкам и закупорить. Вот я разлил по стерилизованным бутылкам. Все, наш соус готов. Такой консистенции. Он густой. Такой соус может храниться в холодильнике до 5 месяцев. Готовьте такие соусы. Это очень вкусный рецепт. Вам обязательно понравится. И до новых встреч!